С вами Марат Галимов, и сегодня я сниму видео на мою коллекцию. И, ну вот, посмотрите. Тут у нас сначала начнем с добрых. Я говорил то, что буду показывать свои пластилиновые Звездные войны только только в коллекции. И вот я снимаю коллекцию. Вот у меня тут такой вот Спидер Рей. Тут главная функция есть. Вот сейчас так откроем. Вот что у него было там. Это ящик, внутри у него вода и бластер. Вот бластер. Закрываем. Так, закрываем. Вот и все. Тут турбины на турбинах. Креселка, рычаги, вот эти черные стеклышко, аксессуары тут, бластер, еще один и пила. И также она может сюда сесть. Ну, естественно. Вот. Из мини-фигурок тут. Сама Рей. Вот она, посох у нее. Вот посох. Ремешок тут. Ее лицо. Такие вот волосы. Сзади то же самое, вот как и тут. Вот. И все, Рей. И дальше мне больше нравится вот эта вот мини-фигурка, чем... Почему-то. Это у нас злой наемник. Потому что она отсвечивает. Видите? Я делал его вот из этого и серого, который я достал, смешал. Белый и черный. Вот. Тут лицо похоже на это Скинрайдера. Капюшончик. Такая вот. Ну, кофточка с отсвечивающим серебряным пластилином. И золотой посох. Ну, тоже можно так сказать, посох. Тут повстанец. Золотой такой штучкой. Тут у него бластер. Еще один повстанец. Почти такой же, только желтый, а не зеленый. Ой, золотой. Дальше там радианец. В своем спидере радианец. Тут повстанец. Какие повстанцы? Сопротивленцы. Тут сопротивленец с пушкой сидит, а тут радианец управляет кораблем. Ой, спидером. Тут у нас... Короче, он управляет. Он похож на Гриду. Это... Повстанет джетпаком человеческой расы, как и этот. Ну, этот. С джетпаком. Там у него взять джетпак. Вот. Такой. Это тоже сопротивление с джетпаком. Тут у него тоже тут бластер. И такая голова расы. Была знакома Кэт Бэйном. Но он что сказал? Короче, этой расы представитель был Кэт Бэйн. И теперь его сделали аж в спидре. Плохим парням. Это у нас моя ищетка, то есть... 10 сантиметров. Она в высоту. Тут у нее открывается. Туда мы уложим одного из пилотов. Второй сзади. Вот. И тут у меня ошибка. То, что тут белый, а тут серый. Потому что я сделала это слишком уж толстым. А если я еще сюда добавлю белым, он станет ужасно толстым. И вот это вот будет падать. И вот поэтому я так и сделала. Ну, такая у меня тут небольшая армия. Два пилота, член сопротивления, три снежных штурмовика и один штурмовик первого ордена. И офицер первого ордена. И даже снежный спидер.
снежных штурмовиков. Тут мы садим вот этих трех штурмовиков снежных. Сюда пилота штурмовика садим. Ну, любого из них просто садим, и он управляет. Тут просто один смотрит, любуется. Этот еще один управляет пушкой. Тут еще есть место, потому что зачем мне нужны ящички? Вот. Сейчас под детализацией я его прокручу. Сзади тоже крыша зеленая. Это пушечка, она не стреляет, как вы знаете. Это тоже, и это тоже пушечка, которая тоже не стреляет. И последний в моей коллекции это круж. И васяж. Также тролли. Я их храню вот в таком вот ящичке. Вот они. У меня скоро будет, кстати, обзор, как сделать цветана. Пока что он не вышел. Также будет обзор на вот эту маленькую. А нет, на нее не будет. Я просто пробовал сделать. Начинал с нее. Но она тоже, как все тролли, делаются. Просто у нее подлиннее волосы. И алмаз, на которого я делал обзор. Все. До свидания. С вами был Марат Галимов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.